Гулабхул Чурна. Это порошок, который изготавливается из лепестков 100-лепестковой розы. Это лекарственное растение очень хорошо действует на женский организм и обладает очень сильным омолаживающим действием именно на женский организм. Кроме того, это лекарство используется для лечения различных кожных заболеваний, таких как акне, различные высыпания, которые сопровождаются зудом, изжением и покраснением. Лекарство это обладает, кроме противовоспалительного эффекта, еще обладает охлаждающим действием, поэтому эффективно при заболевании печени и желчного пузыря. Но, повторяю, основное действие это на женский организм с целью его укрепления и омоложения.